Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск прогноза погоды, и я его ведущая София Пирогова. По данным синоптиков Гизметео, в Оренбурге морозы уступили теплому фронту. Ночью 20 января температура воздуха составит минус 5, минус 6 градусов Цельсия. Днем температура поднимется до минус 4 градусов. Осадков в виде снега не ожидается, но будет сильный ветер. Его показатели примерно 8-11 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье температура будет колебаться между минус 6 и минус 8 градусов Цельсия. Днем небольшие осадки и минус 4 градуса. Однако вечером ожидается уже сильный снег и ветер. Помимо теплых дней, Оренбуржье накрыло сильными снегопадами. По области перекрывали дороги, а водители были вынуждены переждать непогоду на трассе. Сейчас уже распогодилось, но, по словам синоптиков, это ненадолго. Наступающая неделя будет снежной и теплой. Начиная с воскресенья в Оренбурге ожидаются осадки в виде снега. Температура опустится минимум до минус 6, минус 11 градусов Цельсия. Главное управление МЧС по Оренбургской области предупреждает жителей быть аккуратнее. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения. О погоде к данному часу все. С вами была София Пирогова. Оставайтесь на ЮТВ. Thank you.